Эй, здравствуйте, роднульки! Боже, как мы рады вас видеть! Давайте пошумим, в конце концов, громче давайте! Ну-ну, здравствуйте, эй, друзья! Боже, сколько людей! А где же шум, друзья? Здравствуйте! А давайте так, кто шумнее, первый этаж или второй? Второй этаж, поздоровайтесь с нами, пожалуйста! Я понял. Ну хоть первый, поздоровайтесь с нами. Спасибо. Я понял. На самом деле, согласен, не заслужили. Для того, чтобы нам похлопали, наверное, для начала надо спеть песню. Ну, не будем оттягивать. Вот, и я предлагаю спеть начать ту самую песню, которая называется «Тополиный пух». Под ваши бурные аплодисменты. Поехали. Тополиный пух, жара, июль, ночи такие лунные, а соленый ветер с моря дул, унося с собой мысли грустные. Еще раз давай! Пришла этим снежным летом, и ты, как ты, снежным летом.
жара, будет жара, будет жара. Девушка, как здорово. Жарко сегодня. Мне кажется, что это все как-то неправильно, что здесь сейчас происходит, честно. Вы знаете, это неправильно. В мире существует проблема, которая в принципе не решается. А мы тут все стоим и улыбаемся. Вы вообще... Давайте, подожди секундочку, я дышусь. Стих! Вы все здесь красиво одеты, но вы не знали, что это шили китайские дети. И пока вы качаете головой так, головой до ревматизма. Под нашу музыку, да. Да. Китайские дети трудятся во имя коммунизма. Поехали! Весь мир носит китайские кроссовки.